Гудгейм очередной раз какой-то херней страдает. Задолбал. Пару минут геймплея потеряно, переподключение произошло. Хотя в ВК вроде стрим продолжился и на Твиче. Бум. Надеяться, что там ничего не оборвалось, хотя я сомневаюсь в этом. Тут пару минут буквально я вот до этого дома дошел. Я там видел, мина взрывал тут недалеко от этого места. И тут желтая трава как раз в этом доме. Я видел, что я вот тут где-то шел, короче. Да. Вот здесь я шел. И тут обрыв произошел на Гудгейме, вот так вот. Где-то вот на этом месте я тут мина была прикреплена, я ее взорвал, и обрыв произошел. И вот я тут чуть-чуть поднялся. Тут желтую траву взял, где-то она тут лежит в этом месте. Вот смешал так. Чуть поубивал жуков летающих и все. И вот тут. Бык начал подходить ко мне, и я увидел, что трансляция вот тут там упала. Слышь, хорош кривляться. Блять. Это слишком жирно. Три выстрела на одного лоба. Подлетал. Так, у меня есть возможность туда попасть. Настолько, как хотелось бы. Ох, сука. Блин, там же бык еще должен быть. Второй. Или нет? Погоди. Мне надо на ту крышу попасть. Чтобы туда попасть. Должен где-то, ну тут, наверное, лестница, да? Так и знал.
она крыша была, но я не помню, где-то, короче, здесь рядом желтые травы. Уже кто-то взорвался, сам суицидировался без палева, блядь. Я слышу это обычно.
Не, кстати, это что? О, нихера себе. И сюда на это. Эшли! Ты здесь, дитя мое. Что тебе нужно? Я лишь хочу поделиться этим даром со всеми людьми на Земле. Весьма скромное желание. Видишь ли, мы все связаны посредством святой плоти. И твоя кровь, и кости, и даже твои мысли уже срослись с нашими. Херван. Зачем ты отвергаешь благо? Просто прими этот священный дар. Как сделала она. Седер! О да! Пришла пора этому ягненку войти в нашу паству! О, да светится же он, и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет так! Все спиздили. Лаборатория Б. Кажется, нам сюда. Что за хрень? Пол летает, стены ползают. Cool.
В этот раз все будет иначе. Сначала ты. Нет уж. Говорил же, я верну тебя домой. Success. Успех. Ты умрешь. Я понял. Это ты все сделала? Ну да. Да, кто же еще? Ты можешь встать? Это карта? Да, нашла тут. Думаю, сможем выбраться, если пойдем сюда. Ну, мы же команда, да? Ты и сама круто справляешься. Так, все же вытащить паразитов помог Луис? Да. Мы живы. Благодаря ему. Его сиди тут лежат, на которых еще прохождение ада была его частота, радиочастота, и еще сиги лежат. Тут Луис сиги курил, вел исследование и курил свои любимые. Обчистил лабораторию Амбреллы. Ты. Стоять. Где-то я тут спрей не заметил. Вот он. Три сокровища. Смотри, мы сможем подняться. Да. Прости. Мы же команда. А ты молодец. Ага.
точно все хорошо? Лучше некуда. Я рада. Думаю, да. Такие, как она, не сдаются. Видимо, вы знакомы. Что там последнее сокровище осталось вот здесь. Вот она. Прямо возле самого продавца. Все, теперь все сокровища в игре собраны. Блять, этот порох не взял, сука. Сука. Ну ладно, хер с ним. Недавно побывал в бою, друг. Какой ты догадливый, блядь. Ну все, камушки можно продавать. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Спасибо. Поосторожней с этой вещью, плевое дело. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Так. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Можно было ракетницу взять. Я вообще мозг не ебал. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Бля, давай так и сделаем. Ножи все продадим.
этот прицел. Славная сделка. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Сейчас. Выполни оставшиеся просьбы, прежде чем идти дальше. Иначе придется гадать. Ну, что тогда? Продадим дробам тогда. Я думаю, да, дробам продадим. Все будет четко. 17 как раз хватит. Подожди. Для винтовки патроны не нужны. Рядом мне не нужны. Как все могло бы обернуться, правда? Привет. Я обновил ассортимент, друг. Дробовик. Боевик. Нам все равно, рубины или рвань. Спасибо. Да, конечно. Не мне судить, конечно, но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Запасаешься, пока можешь? Разумно. Держи. Все, как ты хотел. А чё, нифига. Тут нужна скорость атаки, да уже ни к чему. Да. За наш друг, мы начинаем разбирать. Это все, что я могу сделать с этим оружием. Хотя... Нет, проехали. Твою лучше, чем сейчас, уже не будет. Это истинный шедевр, друг. Винтовка полностью будет раскачана, ты чё? Итак, приходи в любое время. Быстрый доступ на шестерку. Привет. Еще проникаю, чё-то. Драгоценность неплохо. Ты только там. Не убейся. Леон, смотри, это. Будь здесь. Я быстро. Ладно. Ада! Отверг!
нашу святую плоть. Великий дар, что сроднил тебя с нами. Тебя надо очистить от грехов. Я ради этого быстрого пожертвовал дробаном. Как же ты меня заколебал. Что, блядь, творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. Но она обиделась, когда он сказал, что наши пути расходятся. Ты бы поспешил. Мила. До встречи, Леон. Фиг знает. Не понимаю, с чего она вдруг... Уходим. Скоро рванет. В смысле, остров? Да. Все, пора валить. Блять, теперь я понял, что все-таки можно было не так жестко деньги хранить, как я вначале сберегал. Можно было чуть-чуть прохождение
облегчить, если бы я чуть-чуть прокачивал оружие. Потому что по итогу деньги остались в конце. Отлично. Но это я еще все сокровища собирал. Да вроде, но было страшновато. Что, миссия выполнена? Будешь дома. Вот тогда да. Спасибо, что спас меня. Не за что. Слушай, я могу подкинуть папе идею. Станешь моим охранником, если хочешь. Зачем тебе я? Ты сама за себя постоишь. Только научись обращаться с ножами. Все. Пора домой. Слышно, Кондор один. Прием. Она вообще работает? Леон! Леон, вы с Эшли целы? Да где вы? Ответьте! Бой, как у моей прабабки.
шизуми хори яшаки харабаяша. Японцы. Рыжик соскучился. Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай. Но она на них посмотрела и снова обиделась. Да, Музон прикольный был. Надо заканчивать побыстрее. Я игру долго тащил. Даже сомневаюсь, что даже ранг бы дадут. Супер! О, даже бой дали, ни хрена. Но я полностью на 100% все проходил, все сокровища собирал. Все лутал, всех почти убивал, мобов редко кого пропускал. У меня такое длинное прохождение лонгплей не получилось. Так, блядь, мне интересно, где моя ачивка? Вообще. Я же вроде бонусное оружие не использовал. Так, ладно, давай. Где-нибудь вот. На вот это, допустим, сохранимся. Или его надо купить еще, так понимаю. Вот. А, во! Сделал. Завершил основной сюжет в режим профессионал, не используя бонусное оружие. Надо просто купить. Во, отлично. Все, открыл оружие.